have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы начинаем новый проект. Я его как только увидел в Стиме, мне он сразу очень показался похожим на Дверь Смерти. Кто помнит, прошлым летом мы с вами играли. Очень захотелось посмотреть, рисовка была приятная, поэтому поехали. Окунемся сразу в новую игру. Я пока что не увидел здесь курсора и мыши как таковой. Возможно, у нас его тут и не будет, кстати. А почему? Так неудобно ходить. Ладно, давайте пока как есть, а потом посмотрим. У нас некий лисенок. Графоний мне здесь очень нравится, очень прикольный такой. Так, что мы тут? Зеленый — это наша ловкость, красный — это наша жизнь. Также в описании было написано Souls-like. Посмотрим. Так, минутку, ребят. Посмотрел управление, очень немножко нестандартный, такое интересное. Я играю на клавиатуре, но все говорит о том... Ой, там не случилось. Все говорит о том, что, наверное, в это стоило бы, наверное, играть... На геймпаде. Так, нам там что-то написано, но я не понимаю, что это. Сюда идти нельзя. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, сколько нам перекатов хватает? Раз, два, три. Раз. То есть на 4 переката у нас хватает. Shift. А, это сфокусироваться, я понял. А как драться? Ну хорошо. Палочка. Мы получили палочку. Инвентарь. Я понял. Я понял. JKL, это у нас три. Угу. Знаете, что я, наверное, сделаю? Мне кажется... Погодите минутку. Немного поменял управление. Хоть и мышь здесь... Да. Мышь здесь не участвует, как мышь, но ее можно... Ее кнопки можно использовать, так скажем. Пока что фокусировка на Shift мне не очень сильно нравится. О, я могу драться. Просто драться на мышку гораздо удобнее. Они предлагают активные клавиши сделать JKL. И так руки держать просто очень близко друг к другу, за клавиатурой так сидеть неудобно. Опа, монетку получил. Что нам нужно? Дверь заперта. А что там находится? Могила героя. Дверь заперта. Я пытаюсь на Shift бегать, вот в чем проблема. Нет, пока что вроде удобно на Shift драться. Интересно, у меня какой-то лук будет или как это будет происходить? Я очень надеюсь, потому что нам предлагают три активных предмета. А карта... Блин, а у меня... Я все пытаюсь бегать на Shift, видите? Так, сундучки. Карта у нас, интересно, будет прилагаться или нет? Я ж тут заблужусь нафиг. Ой, я просвечиваюсь. Хорошо, меня видно с другой стороны. А тут что у нас находится? Город? Блин, больно. Че, началось, да? Меня сейчас бомжи избивать будут. Прыгнуть я не могу. Я могу только перекат-перекат. Пол хпшки мне сняли, между прочим. За два удара. Мне также сказали, что есть некая фляга, которой я могу воспользоваться. Или щит. Но у меня ни того, ни другого сейчас не наблюдается. Видимо, еще не заслужил.
А разбить? Я хочу спрыгнуть, но мне явно же туда надо. Причем просто, когда машу палкой, выносливость не тратится. Это очень интересно. Хорошо, поехали посмотрим, куда мы можем пройти. Раз сюда не можем. Отсюда пришли эти ребята, но сюда мы тоже не можем попасть, потому что здесь вот эти квадратики, я уж не знаю, что это, кусты, не кусты. Хе, устал. Вон там есть какие-то ребята. Там, видимо, оттуда можно дропнуться с сундучком. За сундучком. Хотя насчет дропнуться я пока что не понимаю, как это работает. И где и как можно будет дропнуться. Вон там явно какой-то рычаг. От него можно пойти, к нему можно пойти, непонятно. Блин, кстати, что это за текстура, блин? Почему, что с этой лисой не так? Блин. Ладно. Почему мы не можем зайти в могилу, напомните мне? Ну, выбить я эту дверь, естественно, не могу. Этим ребятам я тоже не попадаю. А куда мне так это дальше? Прикольно, да? Зашел поиграть, бах, застрял. Ой, внизу сундучок. Ну, да, дропнуться я не могу, к сожалению. А, я могу сюда пройти. Неплохо, неплохо. Нет, плохо. Ну, то есть отсюда я не могу никуда пройти. Тут какое-то местечко. Не, ну ладно вам, ребят. Я понимаю, что пришли, там люлей мне надавали, все дела. Ну-ка. Может, я тут что-то еще дополнительное не взял? А, эти можно разбивать. Хорошо, учту. Это не могу разбивать. Ну да, палку я взял, монетки я тут взял. Мне как раз вот и дали эти ящики, чтобы попрактиковаться. А что дальше так? Хорошо, давайте вернемся. Возможно, теперь с палкой я смогу натворить делов. Или нет? Кто знает. Вот эта желтая фигня, это что вообще? Наверное, это какое-то мое место возрождения. Так, отсюда я, собственно, пришел. Это мой спаунпоинт. Здрасте. А куда дальше? Так, давайте анализировать. Что здесь происходит? Тут я стоял, менял себе управление. Кстати, перекат работает только когда ты указываешь, в какую сторону перекатиться. Просто так, сам по себе клавиши не срабатывают. И более того, это же кнопка у нас, кнопка экшена, кнопка действий. Что-то открыть, что-то почитать, что-то посмотреть. Так, туда мы заходили, там не тут. Тут не там. Здесь. Я ничего сделать не могу. Спуститься вниз. Видите, у меня некая, ну, как бы, невидимая граница, которая не дает мне упасть. То есть, в отличие от тех же Dark Souls'ов, если там дурак, лети на здоровье. Вот, то здесь есть некая граница, которая не дает. А накопить я не могу. Ну, то есть, если я зажимаю, ничего не происходит. Вот эти кустики, они трясутся, но они не разбиваются. Это очень жаль. Хотя, по идее, мне бы вон или туда пройти, или сюда пройти. А чё? А куда? Ну да, вот, ну вот могила героя, типа. Но она не открывается. Я в дверь хочу потрясти. Ладно, не буду я трясти дверь. Фиг с вами. Нормально, да? Ищем выход из первой локи. Ого-го-го! Они на меня заагрились. Ай, да больно же! Они на меня заагрились. Чуть не убили, кстати. Было бы... Между ними я тоже не могу проскакивать, видите? Было бы глупо так слиться. Мне нужно что-то, что может разбивать вот эти зеленые штучки, потому что, собственно, из-за них я больше никуда не могу пройти.
это же бред какой-то, да? Город такой-то, туда. То ли я что-то очень тупо путаю. Да, вот тут эти два сундука. Не знаю, сейчас посмотрим. Я сюда не ходил. Ой, какой бред. Это я отдохнул у костра, типа? Да, я, это костер, ясно. Возвращает меня в то же время суток. Окей, я понял. Значит, разбивать эти штуки, это будет у меня какая-то... ну да, и они все заспавнились. Здравствуй, Dark Souls, это точно оно. Ключик. Я нифига не понимаю, что там написано, но я так понимаю, что это выбор был между да или нет. А, каждый ключик у нас, по идее, открывает, наверное, какую-то рандомную дверь. Ох, ты ж ё, смотрите, какой кабанеро там. Прям кабанеро. Стреляющие ребята очень меня порадовали. Так, ладно, я понимаю, что ключик открывает одну из дверей, но дверь доступная нам сейчас и так только одна, потому что сюда я не пройду, там внизу есть дверь. Мне нужна могила героя. Я могу, кстати, дальше пройти. Золотые ворота. А, погодите, я пока не уверен, что хочу туда. Там у нас внизу опять ребята заспавнились. Я не уверен, что я хочу с ними драться. Потому что как минимум там один был сильно прокачанный. Давайте я схожу, наверное, сразу все-таки открою. Я хочу меч какой-нибудь. Хочу что-нибудь интересное такое, с чем я мог бы там прям людей разносить. Теперь откроется? Да. То есть ключики одноразовые открывают по одной двери, я так понимаю, не универсальные. Супер. Что это? Явно что-то да. Начало пути. Как позвонить в Восточный колокол? Восточный лес, могила героя, капитан стражи. В дальних краях есть сокровище, что было навеки скрыто от мира. Говорят, что с ним можно победить саму смерть. Это листочки бумаги, это у нас информация, похоже, да? Как позвонить западный колокол? Старый дом, затопленный колодец, темная гробница, западный сад. Важно. Когда я устаю, удары становятся больнее. А, окей, спасибо, этого я не знал. Просмотр фокусировки, спасибо, здоровые очки. Магия, блин, у меня нет очков магии, я хочу магию. А получается, я тут смогу прокачать все, что захочу? Где я могу эту инфу теперь узнать? Тут? Нет. О. А, погодите, руководство? Возможно, тут? Да. F1. Все, понял. Поехали дальше. Я чувствую, игра будет очень напряжная, но для такой напряжной игры тут такая расслабляющая музыка. Блин, тут сундук пустой, ах вы твари. Можно вниз, можно вверх. Вниз-то, кстати, то место, куда я не мог пройти, да? Давайте вверх. Секретики, секретики. Здравствуй. Что я получил? Ты кто? А, я понял. Тогда давай вот это ты здесь, а это ты здесь. Это просто копилка с деньгами. Блин, может, не надо было тогда ее тратить? Опять же, секретики очень сильно похожи на то, как многие вещи были спрятаны в двери смерти, поэтому мне понравилось. Ты кто? Спасибо, все понятно. Все просто идеально понятно. Поехали вниз, разберемся, сундучок заберем. Да этих ребят тоже надо будет. Так, не радует, что у меня есть сплэш дэмэдж. То есть я бью сразу по всем. Меч хочу. Ладно, деньги тоже пойдут. Это мы сразу вверх и вверх пошли. Там можно было вниз пойти. Давайте мы тут еще дальше продолжим.
А вдруг это правильное направление? Ну туда я сейчас не попадаю. Я попадаю сюда. Что там? Восточный лес? Погодите, я вниз сначала схожу. Тут одновременно и похоже, и не похоже на дверь смерти. Ну, то есть, многие вещи в управлении и в том, как что делать, похожи, но некоторые фундаментальные вещи отличаются, как те же самые соус-элементы, когда ты отдыхаешь у костра, и у тебя восстанавливаются все враги. Зачем мне сюда? Вот что это такое? Вот мне туда явно надо. Я туда не попадаю. И тут лесенка вниз есть, кстати, тоже. Здравствуйте, секретики. Ну, явно у меня будет что-то, чем я смогу разрубать вот эту зелень, поэтому... И здесь тоже ничего. Ну, значит, в лес. Куда нам еще? Мне бы карту. Я потихонечку начинаю блуждать. Восточная колокольня. Пока что просто спам помогает, но нужно... Нужно какие-то другие тактики. Зачем мне деньги? Где я могу что-то купить? Я хочу что-то купить. Да. А управление на геймпаде? Спасибо. Я уже оценил. Да, это я уже тоже знаю. Щит у меня его нет. Бутылочки у меня их нет. Shift это лог. Да, мы это уже тоже знаем. Спасибо, научили нас. Тут явно проходную пройти не могу. А тут что? А тут мобы. А там лестница. Хочу. Погоди. Она обломана. Я, если туда пойду, я уже не вернусь. Дайте я тогда посмотрю, просто что тут наверху, потому что, ну, билет в один конец. С этим всегда надо поосторожней. Или я тут тоже уже никуда не пройду. Вот эта веревка, это, скорее всего, шорткат. Извиняюсь, ребят, немножечко запись соскочила. Но, в принципе, мы ничего не потеряли. Та веревка реально, скорее всего, шорткат. Я потом просто вернулся, упал сюда. Вот мы тут нашли второй костер. Поехали, посмотрим дальше. Вон там эти. А, и тут эти. О, нормально. Нормально. Ай! Так, а... Ну, я не знаю, так. А? И знак вопроса. О, ясно. Не знаю, что за колодец. Как от этих чуваков уворачиваться? Ну, как бы у них есть индикация атаки, я это вижу. Сюда можно зайти. А, вот зачем, понял. 20 монет и посмотреть. Посмотреть можно на вон туда. Вон тот чувак зеленый, видите, с зеленой мантией справа, который. И причем сундук есть еще с той стороны. Сундуки у нас пока что исключительно с деньгами. Я бы хотел найти себе что-нибудь. Кстати, знаете, в чем прикол? 126. Возможно, тут есть механика Dark Souls, что монеты-то пропадают, если тебя убьют. Ну, не пропадают, их надо прийти забрать. Поэтому вон та копилочка, которую мы разбили, возможно, это было типа кошелька, который... Ну, кто играет в Souls, те знают, типа, что у тебя есть определенные... Души определенные кошельки, которые не пропадают, потому что они не открыты. Так, тут какой-то туннельчик. Блин, этих ребят много.
Не бейте меня! Он сверху еще что-то агрится. Не... Я пытаюсь на shift бежать. Они же не воскреснут от того, что я просто перехожу на другую локацию. Блин, два раза меня ударил. О! А, вот сюда вот так попадать. Или нет, или да. Да, нормально. Дайте вещь. На-на-на-на-на. И что это? А, ну, допустим, вот это. Одно. Это хилочка. Я понял, ладно. Если я сейчас посижу возле этого костерца... Так. Shift в сторону, дай отпор своим врагам. Фокусировка и блок. Блокировать у меня пока что нечем. Ну, насколько я понимаю, вот я нажимаю кнопки, которые предусмотрены под блокировку, и нифига. Тут могила героя. Туда. Но у меня нет ключа. Хорошо, что деньги не теряются. Блин, там что-то большое. Оно мне надо? Повезло, что... Опа! Ха! Да хорош! Оно меня убьет. Нет, ладно, не убьет. Да идешь нафиг, чувак. Ах, их два опять. Но меня тут убьют. Мне бы возле... Вообще на грани сейчас. Зачем я сюда иду? Вот в чем вопрос. Блин, тут есть еще один. Блин, тут их много! Нет! Уйди отсюда. Я пошел, я пошел, я пошел. До свидания. Не беги за мной, тварь. Оно бежит и догоняет. Нет, уйди от меня. Ты же не пойдешь за мной в другую локацию? Иди отсюда. Хорошо. Там типа серьезные дядьки. А что это за платформа? Тут можно отдохнуть, но я не знаю, у меня же нет возможности, типа, а, я еще могу наверх сходить. Да, хорош! Они меня убили! Зато они пооткрывали вот эти штуки. Интересно, они сохранятся или... Да, деньги из меня высыпались. Но я должен сейчас зареспавниться. А, фиг я что должен кому-то. Моя духовная оболочка решила, что пора ей просто нафиг свалить. Что за сраный паркур по космосу? О-о-о. Что происходит? Верните меня. Эти ребята очень жесткие. Я не знаю, что с ними делать. Еще и палочкой в них колупать. А еще двое прибежало. Блин. О, что только что случилось? Я знаю, что только что случилось. Звездец только что случился. Я себе все вернул. До свидания. Деньги все? Все. Хорошо. Я бы тот сундук взял. Хорошо, значит, эти ребята могут... А, я сейчас сюда не могу пройти, потому что мне самому нужна возможность разрубать. Мне бы меч, я так понимаю, да? Просто меч, а не палку, чтобы... Блин, так...
Это становится интересно. Ну, то есть я что-то могу сделать с их помощью, а что-то, ну, мне придется делать самому. Да прыгни! Прыгни! А, и заспамить я его тоже не могу, да? А сколько у тебя жизней? А, минус 2. Теперь мне срочно нужно наверх. Я... Да я же нажал у ворот. О, есть! То есть по одному их все-таки бить можно. По два это тяжело, потому что по двоим попасть в тайминги. Они меня убьют? Так, а если я... Ну, давайте я, ну, сохранюсь, восстановлю, как бы, блин. Фух. А что мне с двумя-то делать? Уйди! Я забрал деньги, но из меня их сразу выбили. Я пойду соберу. Хорошо, дружище, ты мне, в принципе, тоже тогда не нужен, получается. Тут есть дверь. И уйди! А, заспамил, хорошо. Уйди. О, уйди, он еще на отмашь машет. Хорошо, этого тоже заспамил. Нет, ладно, по одному с ними можно бороться. Блин, что делать с двумя? Это я открываю себе дверь. Отлично, тут никаких тайн нету. Страшно, очень страшно. Где-то, наверное, даже потяжелее будет, чем дверь смерти, потому что... Сторожевый пост. Потому что все-таки механики Souls, они пожестче. Сундук. Не, ну это, конечно, все классно и прикольно, ребят, но... А-а-а, лестница. Да-да-да-да-да-да. Какая-то вещь, без понятия. И... А-а, погодите, одна из трех скорлупки какие-то разбиты. Это, возможно... Вы что, издеваетесь нафиг? Я захожу, там такая морда стоит. Это вообще как? Да, уйди, уйди! Спами мелочевочку. Так, он тот мелкий, может мной тоже заинтересоваться. Но что я тут вообще делаю? Фух. Что внизу? Зачем мне вниз? Там явно выход есть. Это срез?
Это срез. Я вас понял. Уйди. Уйди, уйди, уйди от меня. Нет, ребят, я в этом не заинтересован. Да! Прикинь, попала тварь. Это срез. А это тогда что? Блин, мне бы какой-нибудь тестус там, я не знаю, что-нибудь так... зачем мне это? А, я понял, зачем мне это. Не сдохнуть? Пожалуйста! Ладно, ладно, их тут всего лишь двое. Если сюда прийти с полными жизнями, тут есть хорошее если, но если сюда прийти с полными жизнями, я теоретически могу это сделать. Уйдите. Уйдите от меня. Тут снизу тоже будут дохлячки, да? Хорошо. Тут будет один перец, которого можно проскочить. Опа. Минус. Ну, в смысле... У них очень непонятная фишка с атаками. Ладно, давайте заберем это. Заберем вот это. Фляга! Фух. То есть у нас одна пока что фляга. И будет она восстанавливаться при каждом, грубо говоря, приседе на костер, да? А сюда я не могу? Нет, дропаться я вообще не могу никуда и никак. Но хорошо, у нас по сути появилось одно стабильное лечение. Я так подозреваю, что вот это одно из трех, вот эти осколки, это у меня будут появляться новые... Новые употребления фляги. А вопрос, куда девать деньги, до сих пор открыт. Потому что они как бы есть, и их у меня как бы отбирают. А я этого не хочу. Уйдите от меня, мелочь. Пошли нафиг. Кыш от меня. Так, шорткат мы открыли. Мы можем... Уйди, уйди нафиг. Мы можем пойти к... Они друг друга бьют? Нет? Они... Мы можем пойти к боссу. Я уже не знаю, чего нам это будет стоить. Но тогда пока что давайте на этом серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.